Всем привет, ребят! Сегодня у нас битва гильдии. Решил тестануть капитана Рогатку, как его у нас назвали на русском сервере. Посмотреть, что он сможет на битве гильдии. Сейчас попробуем, потестируем. Только сначала я сбегаю забытую, отбегаю. Заодно его еще разок протестим. Потому что я не успел. О, ничего себе, пачка против. Ай, нас тут, конечно, сольют, но посмотрите, как он офигенно тащит. Да, чуть-чуть нам не хватило. Ну, практически слил. Жесть просто. Да при том, что он один. Ну, классный герой, вопросов нет. Для PvP режимов то, что надо. Так, окей. Ехали, быстренько пройдем. Просто жесть. Я представляю, что будет с порочным пактом. Там, наверное, просто он всех их ушатает. Хотя, в принципе, он так их слил в стычке. Да, урона, конечно, у него немерено. Не знаю, как он на битве гильдии сейчас будет, смотря какие там расстановки у нас будут у противников, но надеюсь, какая-то польза от него будет. Конечно, он бьет по зданиям, шанс слива будет очень-очень большой. Сейчас нас тут ушатают. Посмотрите, что он делает. Просто жесть. Круто, конечно, он переначит, но слился на отражалке. Там все одно было. Но он один. Это один герой. Если будет 5 героев. Так, 15 минут у нас осталось еще. Тут сейчас он их должен просто... А, нет, Афина, смотрите, как долбит. Хрена себе, заблочили. Вот так вот. Просто жесть, что он делает. Офигеть. Да. Если он будет на второй линии, реально... Очень-очень-очень круто, если он не будет, ну, как здесь, танком выступать. Это будет просто жесть. Я не знаю, что с ним делать. Единственное, там встанет. Так, отлично. Ну что, поехали. Посмотрим, что там у нас на битве гильдии. 361, 400. Неплохие топы. Интересно. Давайте попробуем. Ого, фига себе, он дамажит. Хатма должна его, по идее, слить. Что мы в огне крыла дамажим? Странно. Ладненько, давайте попробуем вытащить все-таки огне крыла сюда. Ого, вот так вот.
Афина нас ушатала. Блин, у меня ворожай. Так, что-то Бигфута слили. Жестко. Прикольненько. Не, ладно, давайте пока попробуем других топов. О, отлично. Супер прохождение битвы гильдий. Ну, надо все-таки. Ого, ничего себе. А на эту фигню может кто-то попасться, кстати. Так, отлично. С этим разобрались. Поехали. Ждем, может, кого-то интересного. Надо все-таки ару прокачать. А, вот. Отлично, давайте попробуем, кстати, вот здесь забежать. Вот, смотрите, его слили сразу же. Фига себе. Жестко. Там Афинка достает. Да, ворожая нашего. Тут огнекрыл должен ушатать. Фига себе. Смотрите, как посливались. Ну окей, ладно, будем заходить через Некроса, что делать. Вот, кстати, вот я уже говорил по этому поводу. Смотрите, куда Фрая там побежала. За то, что смотрители у нас включаются, очень и очень печально это все. Вот 34%. 6. Честно говоря, что-то ожидалось большего от него. Смотрите, сразу же стычки просто ушатали. Очень странно. Тут, конечно, мы должны затащить. Не знаю, не знаю, пока не катит он. Возможно, в дефе он прикольный. Но это опять же надо тестить, но мне кажется, в дефе он тоже какаха будет полная. Ну, спасибо. Вот такая вот битва гильдий называется, тестируем. Вообще забили. Ну, сливается. Так, есть. 350. Да, еще этого за 350. И будем пробовать мучить. Будем пробовать пройти в лоб. Только на ворожая поставлю сейчас сразу же пятую ремочку, чтобы сразу включался. Ну, как-то неоднозначно. Не знаю, мне что-то он не зашел на битву гильдии, а вот на забытую реально круто. Так, что пробуем? В лоб. Называется, сказал. Ставим пятую ремочку. А на него поставим живу, так как у него быстрый набор и так. На PvP, конечно, это хорошо. На битву гильдии можно
такой вариант. Вместе с Бигфутом, по идее, должно быть неплохо. Так, окей. Сейчас попробуем. Так, ворожая у нас ушатали. Ну, а так вроде. И его тоже ушатали. Ну, неинтересно так. Попробуем еще разок. Давайте попробуем так. Ну, что-то непонятное вообще. Ладно, попробуем через Махатму сюда забежать. Сейчас пусть подойдет. Вот так вот выпустим сразу же всех. Это шанс слева минимальный. Ну, бабулька. Умерла. Так. Ну, хрен его знает. Не знаю. Не заходит он на битву гильдии. Что-то я не могу понять. Вот смотрите, сейчас он опять Бигфут слился. Но он застанил, но его очень быстро ушатали. Как-то странно. Хрен его знает. Не знаю даже. Ну тут 12 скиллы, ну да ладно. У меня тоже, в принципе, не слабенькие, но... Не знаю, не катит. Сейчас посмотрю какие-то другие расстановки. Вот, кстати, вот эту. Давайте так, Бигфут и его. Ну, вот так вот катит. Плюс еще ворожая потом выкинуть. Как вариант. Но... Слился. Ну-ка, еще разок. Бигфут. Берем. Переворожай. Не. Хм, странно. Как видите, дафа очень мало. Ну вот видите, вообще не туда ударил. А вот, кстати, сейчас вот ударил туда, куда надо. Все равно слился. Ну такое, короче. Непонятное. Идем еще пару минут попробуем. Да, видите, что? Тут вообще стычки сливаются. Странно. Вот, кстати, чем неудобно, то что этот смотритель реально вот включается сейчас, и он очень сильно мешает. Сразу же активирует. Вот опять сдох. Ну, включишься, нет? Не. Вообще фигня. Плюс он еще бьет. И здание, и все остальное тоже. Как бы минус. Ну-ка так. Ну. Ребята, шанс слива. Как всегда. Ну, в общем, вот так вот. То есть, неоднозначно то, о чем я вам говорил. Сейчас сольемся. Вот так вот. Надо все-таки ару прокачать на китайке, тогда будет какой-то вариант блокирования. А так, без ары, конечно, печально все. Ну и силу надо качнуть. Ну, сила-то такое, в принципе. Суть, что герой реально этот... как там его назвали?
капитан Рогатка действительно Рогатка, и на битву гильдии его использовать смысла нет. Чисто PvP-шный вариант. Я вам показывал забытая битва на ура. Еще посмотрим. Ну, на фортах, я думаю, его там Фрай тоже будет шатать. А вот чисто на битву гильдий не катит. Забытая это его. То есть такой вот герой чисто закрытого пространства PvP. Еще вариант — это Лабиринт. В принципе, все. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем пока.